Всем привет! Вы на канале Рекантона. Сегодня мы выберем еще одну задачу, выполним тренера. Называется она «Займите позиции». Назначить стартовый состав на правильные позиции. То есть нападающие должны быть нападающими, защитники – защитниками, полузащитниками – полузащитниками. Смотрите, перемещайте игроков, чтобы их позиции совпадали с позициями схемы. Зеленая позиция будет означать верное расположение, совпадение с позицией. Давайте проверим, что у нас не совпадает. Но у нас, во-первых, нет форварда, он просто красный горит. И два полузащитника у нас не являются так таковыми ЦП, центральными полузащитниками. Защитники у нас все на своих местах, то есть нам нужно купить одного форварда и двух полузащитников. Подождите, нам даже нет. Нам остается купить одного полузащитника и одного форварда. Все, давайте пойдемте на трансферный рынок. У меня есть 12 тысяч монет. Я думаю, нам вполне хватит. Так. Если честно, нападающего хотелось бы купить одного. Это Джимми Варди. Что тут греха таить? Хочется иметь у себя Джимми Варди. А стоит он немалых денег. Попробуем найти недорогого. Такого, в принципе, нету. Давайте посмотрим хотя бы, какие у него цены. Минимум сейчас стоит Джимми Варди, да? Вот за 49, ну то есть шансов нам его купить практически нету. Поэтому мы просто обращаемся в премьер-лигу и купим, наверное, так, сейчас посмотрим игроков, ну в районе 6. Нам даже просто не просто нужен нападающий, а именно форвард. То есть ФРВ. Ну конечно, это все не то. Это все не то. Нет. Слимани. Так, подождите, мы еще качество не проставили. Но я думаю, что особо за такие деньги вряд ли будет. Так, это все не то. Ну что, а что с выводами? Мы купим Усу. Слушайте, точно. Мы купим Усу из Лестера Сити. Наверное, скорее всего. Дефо можно купить за небольшие деньги. Давайте купим Усу. Так, у нас получается Ахмед Муса. Попробуем, конечно, купить его за более дешевые деньги. Так, за 2600 уже не находится. Ой, как резко что-то скакануло. Так, попробуем за 3300. Вот как раз есть за 3100. Да, вы, конечно, скажете, можно торговаться. К сожалению, мы не успели его купить. Ладно. Ушел Муса. 3700 тоже нету Мусы. 3900, по-моему, видели, да? Берем его за 3800.
Можно, конечно, ставить ставку, ждать, но, честно, я вот как только вот эта версия с FIFA Ultimate появилась, я, да, люблю экономить, но ждать, пока там сыграет ставка, день-два, она не сыграет, вы время потратите, потом будете еще игрока искать, ну, в общем, это долго и муторно. Проще сделать это так, как сделал я. Так, и теперь нам нужно ЦП. Давайте минимальную купить, чтобы совсем нам шаг никакой не лез. Я думаю, это 2800. И у нас есть 8000. Давайте попробуем купить какого-то хорошего полузащитника. У нас 8200. Посмотрим, кто у нас будет. Так, Феллани нам не нужен. Шванштайгера мы уже купили. Нам предлагается Дринквокера. Слушайте, ну это вообще на самом... Да, можно, конечно, купить Дринквокера. Я вообще как бы не спорю. Все-таки это игрок Лестер, но у него скорость вообще никакущая. Просто он будет плавать. Хака. Вилшер. Ну да, то есть смотрите, ничего такого потрясающего нету. Сейчас мы попробуем следующее. Мы сейчас зайдем в расходные предметы и посмотрим, кого мы можем сделать в ЦП. В ЦП, смотрите, мы можем сделать ЦАПа, то есть хорошего ЦАПа, ЦОПа. ЦАПа, ЦОПа. ЦАПа и ЦОПа мы можем хорошего сделать в ЦАП и ЦОП. Давайте посмотрим, кто у нас есть в ЦАПе. Хороший, смотрите, вот есть Али в ЦАПе неплохой. Есть Оскар. Я думаю, что надо брать Оскара. Лалана. Это все-таки не то. А вот Оскар. Бахли. Блин, можно, конечно, Мату взять. Красавчика Мату, но, блин. Ну, давайте Хуана Мату возьмем. Смотрите, сделаем тогда проще. Так, мы берем Хуану Мату. Мата почему-то нету, да? Ну давайте за 5, за 5 то точно. И за 5 нету. Что-то я не совсем тогда понял. Только за 5 500, да? Хорошо, мы берем Хуану Мату. Быстро его назначаем. Переходим в расходные предметы. Есть ЦАПа. Так, как бы сейчас нам
Ага. О, ребятки, дело-то дрянь. И сапа сделать сапа это не так и просто, сейчас еще окажется. О, больше денег сейчас потратим. Ай, ладно, делаем с Хуан Маты ЦП. Так уж и быть. Все, теперь смотрите. Расставляем всех, значит, по своим местам. Идем в команду. Так, мы меняем, получается, Мхитаряна. И в атаку выпускаем Фаву-Дамусу. И задача выполнена. Займите позиции. Так, теперь мы проходим, получается, в свой трансферный рынок. Задача тренера. И забираем наш победный предмет. Так. Я так понимаю, нам нужно выбрать длительность аренды 15 матчей центральный защитник, 6 матчей и форвард Андоне 16 матчей. Давайте, чтобы не тратиться на контракты, наверное, и на все остальное. Не, но ну я все-таки выберу Матюди. Я думаю, нам поможет. И у нас... Так, где у нас отобразился? Почему-то я его не вижу. А, он вообще стал почему-то вместо Маты. Ну ладно, хорошо. Все. Задача тренера выполнена. Все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И удачи всем, играйте в футбол.